Есть! Я люблю быть фиолетовым! Кружит голову до упада! Друзья мои, давненько я не играл в Roblox Остров Выживания, поэтому сегодня я решил отправиться именно туда! Погнали! Yes! Ой, здрасте! И что сюда пришла девочка? Никто не ожидал? Никто не ожидал, а кажется, надвигается какая-то буря, гроза, молния. Да, конечно, присаживайся. Ой, подожди, у меня есть шарик. Ты пока. Знаешь, что прикольное? Самое главное, что у нас есть с тобой шарик, на котором мы можем летать. Ну, сейчас будет сильный ветер. Ребята, быстрее спасаемся. Давайте забираемся на эту башню. Ну, я не знаю, что сейчас ожидает нас, но ожидает нас что-то нехорошее явно. Отлично. Ой, смотрите, я добрался до самого верха. Ух ты! Подожди, подожди. О, стоять. Я внутри башни. Так ведь? Ребята, я застрял! Посмотри, я где-то здесь нахожусь. В каком-то бункере, короче, мы с тобой застряли. Ну, зато мы сейчас с тобой... Вон там. Шарик, ну лети, ну пожалуйста. Ну ладно, мы сейчас зато с тобой останемся в живых. Ой-ой-ой, там потолок падает. И этот шевелится, нет! Ай! Я застрял! Меня кирпичом завалило, посмотрите! Ой! А знаешь, почему меня завалило? Да потому что там все рушится, вон. Есть! Мы с тобой остались живых! Давай, пятюню! Молодец, девочка моя! Кстати, как тебя зовут? Милана! Приятно познакомиться, друзья мои! Мы сегодня на Funny Family Games TV с Миланой решили поиграть в Roblox... Мы забыли, как называется. Короче, в Roblox, в Остров Выживания. Ну, мы как-то играли на нашем первом канале. Ух ты, Glass Office. Что это такое? А, разрушение офиса. Посмотрим. Посмотри, сколько много ребяток с нами. Вы в офис пришли работать? Все пришли в офис работать. Друзья мои, напоминаем, что мы играем сейчас только на новом канале. Funny Family Games TV, FFG TV. Он так и называется, поэтому переходите на него. И обязательно подписывайтесь. Что-то начинается. Да, что-то начинается. А начинается что? Мне кажется, ветер опять. Это площадка, оттуда наблюдают они на нас. Вон там смотрят люди. Вон, видишь, там девочка. Малюсенькая такая. Так, короче, сейчас что-то там будет сыпаться внизу. Что начинается? Гроза! Кто боится грозу? Я боюсь грозу, поэтому я прячусь от нее. Мамочки. Не надо? Ну как не надо? Ой-ой-ой. Так, я пошел сюда, мамочки. Я боюсь грозу. Эй, осторожно. Фу, прячусь под лестницей. Здравствуй, приятель, ты тоже боишься грозу? Да, я боюсь грозу. Но, вдруг нас не затронет она. Я надеюсь, что нас она не затронет. Не переживай. Только надо прятаться. Ну, хорош уже рушить здание. Ой-ой-ой. Мамочки. Ой. Кажется, начинает здание сыпаться потихоньку. Как думаешь, долго еще гроза будет? Я не знаю, но мне кажется, скоро закончится. Я хочу уже побыстрее домой. Я шел со школы, вот мой портфель. Клевый у тебя портфель, приятель. Спасибо. Да не за что. Папа! Давай же, гроза уже! Есть! Мы выжили! Второй раз! Окей, надо глазки почесать. Вот так хорошо. Продолжаем! И мы уже второй раз с тобой выжили, и это здорово. Ух ты! Ну, знаете, клево, когда у тебя есть шарик. Шарик, он реально помогает очень решать многие вопросы. Ну, подожди, пойдем, посмотришь? Какой-то маяк. Вон, да, маяк. Посмотри. О, какой высокий. Слушай, я думаю, что нам надо сразу к нему идти. И благодаря нашему шарику мы сможем туда добраться быстрее, чем все ребята. Смотри, вот так. А можем, кстати, вот сюда? Нет. Вот так, смотри, на эту вышечку ставь. Тебе не нравится эта идея? Ой, промахнулся. Маяк выше. Слушай, это какой-то лего, да, дом? Ой, кто-то бельишко тут как бы сушит. Ладно. Ну, не так-то просто до него нужно будет долететь. Ага, надо идти пешком. Ну, так нечестно, все туда пошли прятаться. Ой, что это такое? Ты что тут с горочки решил прокататься? Ну-ка, давай погнали дальше. Скатился с горки наш приятель Roblox FFG TV. Ребята, ну а что, все сюда пришли, так ведь неинтересно. Вулкан появляется. Пойдем на него запрыгнем. Это лава. Пойдем летит. На него запрыгнем. Реально, пойдемте на него.
кто был на вулкане? Ой, кажется... Кажется, мы не дошли до вулкана. Быстренько мы так. Я поэтому говорю, не стоит всегда все время туда ходить. Какая-то квадратная лава летит. Что за дела? Ой, здравствуй, фиолетовый, Crazy Man. Здорово! Я люблю быть фиолетовым. Да я это понял. Разбегаемся. Ой-ой! Ну все, и там нас акула съела. Мы не выжили здесь. К сожалению, это первый раз, где мы проиграли. Ну, кстати, в вулкане много людей выжило-то, да? И вышка осталась. Ты посмотри, если бы мы внутри вышки этой были бы, не наверху, то мы бы выжили с тобой. Какая-то ферма. Внутри там трактор. Я тут не видела нубика. Ага, вон он. Друзья, как вы думаете, что здесь будет? И где нам лучше прятаться? Кто нам подскажет? Пишите, напишите в комментариях, куда нам лучше спрятаться. На эту, на бочку или ферму? Бочку. Ну пусть друзья напишут, они, наверное, лучше знают. На бочку, она выше. Ну я пойду пока на бочку. Ой-ой-ой, здравствуй, серый человечек. О, это снова я. Ты что, никак не придешь домой, все время ходишь тут? Где твой рюкзак? Да вот он здесь, на месте. Ну да, на месте. Что будет здесь? Там кто-то... Disaster. Fire. Ух ты, огонь. Здесь будет огонь. Короче, сейчас будет пожар. Он будет везде распространяться. Я помню, он вот так вот будет. Там все будет черное. Да, да, он может добраться до бочки, может добраться до крыши, до чего угодно. Ух ты, а там кто-то взял трактор. Смотри, кто-то на тракторе ездит. Аня, вот Дане бы сейчас понравилось. Не надо. Не прыгай туда вниз. Сейчас будет огонь. Я понял тебя. Все, ждем. Hello, огонь. А, вон, посмотри, уже дом загорелся. Ух ты. А наша бочка, интересно, горит, нет? Нет. Пока не горит. А дом-то тот, уже у него крыша горит. Вон, все, дом уже разгорается. Дом начинает рушиться. А, чувачок, сейчас умерет чувачок. О, май гюднес. Так, подожди, кажется, огонь добирается до второй бочки. И до нашей тоже. Вторая бочка уже сильно загорается. Все, вторая бочка начинает рушиться. И наша начинает. Сейчас, короче, полетим с тобой. Все, полетели вот сюда. О, май гюднес. Тихо. А, хорошо. Все, хорошо, здесь стоим. Есть! Успели. Ну, мы бы на той бочке даже выжили еще, потому что она не разрушилась. Ну, окей, мы с тобой, получается, уже из 4 раз выжили 3 раза. А сейчас что будет? Вау, заправочная станция! По-моему, мы были уже на ней. Что, опять гроза или дождь или ветер? Ух ты, можно сесть на тачку? Что, нельзя? Нет. Вау, можно? Нет. Эй, что за дела? Ребятки, ладно, я поехал, уйдите отсюда! Да не толкайте меня вы! Папа, сейчас начнется гроза. Подожди, нам надо поехать заправиться, мы успеем... Нубик! Врезали с него. Приятель, да ты все время ходишь с этим портфелем с нами. Что такое, мальчик? Ух ты, Рейн, дождь. Все, все, папа. Ой, куда полетел? Так, боже тебе мой, не где надо. Моя голова? Так тебе и надо. Голова улетела в речку. Так тебе и надо. Слушай, я ничего не делал. Почему произошло это, а? Потому что я тебе говорила, что надо пойти на дом. Как же ты кричишь, девочка моя? Я хотел покататься на машинке, между прочим. Next map. Вау, игровая площадка? Какой-то дом? Happy Home. Это веселый дом. Ух ты, прикольно. Посмотрите, здесь есть детская площадка. И опять эти черные небеса. Что все время они черные? Дом. В дом идти? Да. Ну ты посмотри, все ребята пошли в дом. Он же не может всех выдержать. И что? И что? Во, посмотри, куда я добрался. Можно стоим здесь? Да. Можно вот здесь встать. Ой, кто-то там на детской площадке играет. Торнадо? Ух ты! Папа, иди отсюда. Ой, подожди, уже начинает дом сыпаться. Ух ты, блин. Так, подожди. Папа!
Так, дом начинает сыпаться. Я пошел отсюда. На-на-на-на-на, полетаем на шаре. Дом вон там наш взлетает. Здравствуйте, ребятки. Ай, кружит голову до упада. Там наш дом кружит до упада. Весь дом, уже половина дома осталась. Вот так папа, вот, посмотри. Скоро наш. Я пытаюсь лететь. Милаша, не кричи. Я летаю. Кружит голову до упада. Кружит голову. Давай снова на дом. Вот, отлично, добрались. О-о-о-о-о. Кажется, дом начинает подкидывать. Тихо, лучше с ним не стоять. Давай-ка вот здесь. Вот это да, все разрушило, все, что было. Оно по кругу что-то гоняет туда-сюда. Есть! Выжили здесь! Да, пять. Кружит голову, да, пять. И вы, друзья, ставьте нам лайк, это будет ваша пять такая. Чик. Ну что, друзья, вы сегодня были на канале Funny Family Games TV. Обязательно подпишитесь на наш новый канал, красненькую кнопочку нажмите, где написано «Подписаться», и вы никогда не пропустите наши видео. А мы сегодня с Миланой повеселились здорово и поиграли в Roblox, выживание, ну, при погодных условиях различных. Ой, трактор, куда? Нет, подожди. О, куда пошла, девочка? Ты что, хочешь в океан? На-на-на-на! Понятно. Всем удачи, друзья! Всем пока-пока!